Всем доброго времени суток. Хочу сегодня поделиться своим рецептом, как я готовлю ленивый Наполеон. Готовлю я его, как правило, порционно. Готовится он быстро и получается вкусно. Для данного рецепта нам понадобится 1 килограмм слоеного теста. Можно брать дрожжевое, можно брать и недрожжевое. Тесто нужно хорошо разморозить и нарезать вот на такие квадратики. Тесто отправляем в духовку, выпекаем при 180 градусах 15-20 минут. А сами тем временем готовим крем. Для этого нам понадобится размягченное сливочное масло и 1 банка сгущенки, плюс 1 пакетик ванилина. Все хорошенько перемешиваем. Тем временем у нас приготовилось тесто. Даем ему остыть. И сейчас будем собирать наш тортик. У меня будет 6 порций тортика. Одна порция в баночке 500 мл. На дно банки рассыпаю вот таким вот образом 3-4 кубика теста. Далее выкладываем немного крема, ну а затем слоями тесто, крем, тесто, крем. У меня получилось 3 слоя теста и 3 слоя крема. У меня осталось тесто, я его обратно отправила в духовку и чуть более сильнее подрумянила. Будем украшать. Насыпаю соль, зажаренные крошки, дальние миндальные лепестки. Можно также орехи добавить. Через пару часов можно с удовольствием этот тортик уже и употреблять. На этом кадре с вами прощаюсь. Готовьте с удовольствием, радуйте своих родных и близких. И пусть вам будет вкусно. Всем пока-пока!